Так, ребятушки, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Решил такой интересный эксперимент провести, никогда ничего подобного не делал. Думаю, дай-ка просто чисто по приколу посмотреть. Huawei Watch 3, значит, у меня, и Galaxy Watch 4 Classic 45 мм на новые прошивочки One UI Watch 5. И здесь тоже, кстати, последняя прошивка стоит, и с ней Harmony OS, доступны для этих часов. Думаю, какие же из них быстрее всего загрузятся. Просто ради интереса. Секундомерчик у меня, смотрите, старенький, заводной. Посмотрим, как все это дело будет работать. Запускаю его, и с минуты, как только начнется следующая минута, вторая, я включать начну оба часы сразу, оба часиков. И посмотрим, какие из них у нас, так скажем, все-таки быстрее загрузится в систему. Вот мне просто стало интересно. Кстати, недавно такой эксперимент проводил с Galaxy Watch 5 Pro и Galaxy Watch 6 Classic 47 мм. Интересный результат получился, хочу вам сказать. Тоже сниму этот видос, наверное, в ближайшее время. И мы, думаю, этот, так скажем, эксперимент вас удивит. Так, осталось 15 секунд. В раз буду нажимать, как я уже сказал. Интересно, интересно. Мне даже интересно, я еще действительно сам даже не пробовал этот эксперимент. Осталось 3 секунды. Раз, два, три. Поехали. Все, врубил их. Так, Galaxy у меня запустились, Huawei запустились. Пока Galaxy Watch 4 запустилась первыми. Здесь уже начала загружаться в систему, вибрация пошла с системы. Здесь, кстати, тоже еще в начале, в самом быстрее, чем Huawei. Ждем, дорогие друзья, это у меня еще к тому же LTE-версия Huawei. И здесь они почти одновременно, картиночка у них появилась, Harmony OS пошла, здесь Samsung Galaxy. Интересно. Так, 40 секунд прошло, вот сейчас начало Galaxy Watch 4 Classic, уже начало. 50 секунд прошло. Начало прям долго, это что-то светится, хочу сказать. Прошла минута, и еще не загрузились ни те, ни те. Так, Huawei Watch 3 загрузилась быстрее. Загрузилась 1 минута 3 секунды там. Ну и Galaxy Watch 4, вы видели, что грузанулись тоже чуть позже. Буквально там разница 3-4 секунды. Вот такая вот интересная штучка. Ждите следующего эксперимента. Galaxy Watch 6 и Galaxy Watch 5. Ну и потом и с этими тоже сделаем, и с этими. Просто ради интереса. Пока, вы были на канале SmartWatch, в описании видео, телеграм и все остальное.